Наша программа посвящена человеку как продукту биологической эволюции. Что мы должны советовать реалистично, как защитить себя от первого инфаркта миокарда? Если у кардиолога 35-летний пациент лежит в палате с инфарктом миокарда, с высоким холестерином, скорее всего, это больной семейной гиперхолестеринемии. Здесь правило простое. Чем меньше, тем лучше. Без лечения инфаркт миокарда может случиться в 3-4 декаде жизни, 35-50 лет. Эти люди не страдают от онкологии. Если детки живут недалеко от Макдональдса, как правило, у них холестерин повышен. С чего бы? Да, с чего бы казалось это? Что это за жизнь, если женщину лишить десерта, согласитесь? Ну, не знаю. Интересно. Здесь надо следить за этим. Да, будем следить. Это надо следить.